Долгие 4 часа бились с адским пламенем огнеборцы в асбесте на улице Заводской. Накануне в 2 часа пополудни там, в промзоне, за бетонным забором на открытой площадке, загорелись автомобильные покрышки. Полыхали и чадили сажей горы изношенных резиновых изделий. Дымило так, что даже Богдановичи клубившуюся черноту было видно, утверждали очевидцы, позабывшие, впрочем, уточнить, что до Богдановича не ближний свет, 43 километра по прямой. Пока пожарные цистерны туда-сюда мотались, а воду пришлось подвозить за 1,5 версты до гиены огненной, пламя раздуло на площади в 700 квадратов. В жутком огне и дымной пелене никто не обжегся и не угорел. С пламенем бились 15 пожарных и 6 единиц спецтехники были задействованы. В безводном районе, с сильной задымленностью и с большой горючей загрузкой. Именно в таких выражениях пресс-служба регионального управления МЧС интерпретировала происходящее в асбесте на Заводской. А со стороны казалось, что весь город резко переобулся и свои изношенные резиновые чуни с шипами бросил здесь, на площадке. В соцсетях мужики активно обсуждали, почем нынче принимают комплект бэушных покрышек. Сошлись на 300 рублях.